Всем доброго дня! Сегодня 12 июля 2019 года. Мы в Одессе, и сегодня открытие 10-го фестиваля, кинофестиваля в Одессе. Вот сейчас идет уже последние подготовительные моменты к открытию кинофестиваля. Красивая пара, они для телевидения тоже ведут репортаж. Все так красиво, торжественно. Все такие нарядные. Одесский международный кинофестиваль проводится ежегодно. Впервые он состоялся с 16 по 24 июля 2010 года. И первые два года он был как фестиваль фильмов с особым чувством юмора, как говорили. И лишь с 2012 года расширяет свою направленность и становится таким фестивалем для фильмов высокого художественного уровня, которые рассчитаны на широкую аудиторию. С 2016 года конкурсная программа уже начинает состоять из трех полноценных разделов. Это международная конкурсная программа, программа украинских национальных фильмов и конкурс документальных европейских фильмов. И здесь нужно особо отметить, что организаторы кинофестиваля ставят перед собой достаточно амбициозные такие цели. Они хотят превратить этот кинофестиваль в один из главных форумов Восточной Европы. Некоторые даже называют его восточноевропейскими Каннами. Начинается движение, убирают ограждения и подготавливают проезды, проходы. Ведущая Ирина Соколова. Это девушка, которая сегодня успевает сделать три дела одновременно. Она не просто идет по красной дорожке, на что, несомненно, заслужила право. Она сегодня будет вести церемонию открытия детского кинофестиваля, и я надеюсь ей в этом помочь. Ну а параллельно эта девушка еще снимает кино. И сейчас, когда вы видите ее идущую по красной дорожке, она на самом деле снимается в одном из кадров своего будущего фильма. Не знаю, будет ли он представлен на следующем Одесском кинофестивале, но, по крайней мере, дубль они сняли. Давайте их с этим поздравим. Итак, церемония открытия и закрытия, а также традиционная для разных кинофестивалей «Красная дорожка», вот сегодня мы на ней присутствуем, проводится в знаменитом Одесском театре оперы и балета, таком вот красивейшем здании. В одном из наших фильмов мы тоже рассказываем о нем. Это наиболее известный архитектурный памятник Украины. И фестивальные показы охватывают потом три основные площадки. Это фестивальный дворец, фестивальный центр в кинотеатре «Родина», где, кстати, проходил первый кинофестиваль, и зеленый театр «Стелла Артелес». Главным же призом фестиваля является статуэтка «Золотой дюк». Это
обновленная уже версия одноименного приза, который был создан одесским скульптором Михаилом Ревой. И для некогда был резонансный очень кинофестиваль здесь «Золотой дюк». Он проходил в Одессе в 1988 году. И поэтому вот он дошел и до нашего времени. Количество посетителей кинофестиваль растет в такой прогрессии, я бы сказала. Если на первом фестивале было 40 тысяч зрителей, уже в следующем году 70 тысяч, далее 100 тысяч. Вот интересно, какое количество зрителей посетит кинофестиваль в этом году. Будем следить за событиями и потом отметим это. Хочу отметить одно еще очень грандиозное событие, которое проводится, начиная с самого первого фестиваля. Это такой резонансный опер-аир на знаменитой одесской Потемкинской лестнице. В один из фестивальных вечеров, ну, в основном это проходит во второй вечер или во второй день, после открытия. Так вот, Потёмкинская лестница здесь превращается в громадный кинотеатр под открытым небом. И здесь традиционно проводится показ тоже кинофильмов и собирается огромное количество людей, ну, скажем так, более 15 тысяч. Нужно отметить, что подводится еще и итог каждого такого фестивального дня в различных одесских клубах, ресторанах или под открытым небом проводятся яркие вечеринки. И здесь гостей ждут интересные разнообразные уже события от джазовых вечеров до различных концертов, на которых выступают молодые команды или же какие-то популярные диджеи.
уже образовалась очередь для того, чтобы пройти на красную дорожку. Прибывают также машины, и поэтому здесь небольшая задержка. Очень красивые дамы в шикарных нарядах. Несколько минут будет официально открыт 10-й юбилейный Одесский кинофестиваль. И с завтрашнего дня каждый из вас на многочисленных киноплощадках будет иметь возможность насладиться действительно прекрасным творчеством украинских и европейских кинематографистов. Милости просим, благодарим вас за эмоции, за ваши аплодисменты и ждем на закрытии. Всего вам самого доброго. Ну, на этом заканчиваем трансляцию открытия кинофестиваля.